В этой школе сегодня все наоборот. Ученики отчитывают своих же учителей за ненадлежащий внешний вид. Вы что, на дискотеку сегодня пришли? Что за внешний вид, ребята? В школе номер 19 день самоуправления. В роли преподавателей школьники, а самих учителей решили посадить за парты. На школьной линейке педагогов, ставших на один день учениками, разделили на три группы. Класс ответственности и порядка 1 Ё, класс харизмы 1 Х и экспериментальный класс 1 И. Учителя постарались полностью вжиться в роли школьников. Сегодня вся ответственность за игровой учебный процесс ложится на плечи старшеклассников. Ученик 11 А класса Тумен Зариктуев выступает в роли директора. Почетная должность достается ему уже второй год. Несмотря на то, что учителя всеми силами пытались сорвать уроки и пытались покинуть школу нашу, все остальное было на высшем уровне. Да. Мы всеми силами сдерживали учителей, то есть они писали объяснительные, мы делали замечания. После линейки все разошлись по классам. Во время уроков директор и завучи решили провести рейд по внешнему виду дисциплины. В кабинете физики полное непослушание. Вчерашние преподаватели ведут себя как настоящие школьники. Кидаются бумажками, смеются, жуют жвачку, опаздывают на урок. Домашнее задание из всего класса выполнила только одна ученица. Это сложение двух волн, одна из которых на полфазы короче другой. Всю ночь учила, что ли? Одна из самых непослушных учениц – Маргарита Рябинина. Сегодняшняя школьница работает учителем истории уже 8 лет. Преподаватель каждый раз с улыбкой вспоминает дни самоуправления и участвует в подобных мероприятиях с удовольствием. Если вот говорить, анализировать с прошлыми днями учителя, то это еще вот цветочки. Было их хуже. То есть дети были вообще иногда в шоке от того, как себя могут вести учителя, то есть чтобы показать, насколько они, может быть, себя иногда не ведут не очень правильно. Уже завтра здесь все станет на свои места. А пока учителя могут с полной самоотдачей погрузиться в школьные годы. День самоуправления в 19-й школе стал уже традиционным. Как считают преподаватели, такой обмен ролями помогает в дальнейшем учителям и школьникам лучше понимать друг друга. Ведь для профессионального педагога важно не только хорошо знать свой предмет, но и находить с детьми общий язык. Раиса Силина, Александр Пахомов, новости сейчас.